Здравствуйте. Сегодня я хотела бы поговорить о нашей крымской медицине. Стало ли лучше с 2014 года? Я хочу сказать, что при вступлении в Российскую Федерацию действительно очень много положительных моментов. Хотя бы такие, что человек имеет гарантированный спектр услуг бесплатной медицины, имея страховку. А страховку получить очень легко, ее может получить любой гражданин Российской Федерации. Опять-таки вопрос стоял очень остро при Украине. Человек не мог обратиться в больницу, там, допустим, за простой консультацией, конечно, это было бесплатно, а вот такое вот как лечение в стационаре, или, не дай бог, операция, или если у вас тяжелое заболевание, бесплатно вас никто лечить не стал бы. Вам прописывали бы кучу медикаментов, направляли бы в определенную аптеку, причем туда, откуда имеет врач какой-то процент. Сейчас же изменилось многое, действительно. Человек может обратиться в больницу, лечь в стационар, и его будут абсолютно бесплатно лечить медикаментами, бесплатно. Опять-таки, по поводу операций. У меня недавно близкий человек попала в больницу. Год назад ее прооперировали аппендицит. Абсолютно бесплатно пролечилась она, пролежала, и питание в больнице, и все выписали домой, все отлично. Год прошел, проблем нет. В этом году у нее была другая операция. Межпозвоночная грыжа в трех местах. Это очень серьезная проблема. Прооперировали в Симферополе, в нейрохирургии абсолютно бесплатно. Пролечили абсолютно бесплатно. Плюс таки опять-таки питание, плюс уход. Но мало того, ей назначили санаторно-курортное лечение. Путевка абсолютно бесплатна. При Украине можно было бы сказать, это сказка. На самом деле это реальность. У нас это сейчас реальность. В 2014 году познакомилась с женщиной. У нее ребенок был с раковым заболеванием. Она говорила, что в первых рядах на всех митингах стояла за Россию. Это был единственный ее шанс вылечить ребенка. Потому что все деньги, которые были в семье, все кредиты были уже взяты. У нее оставался один шанс. Вступление в Россию, бесплатное лечение. Теперь ее ребенок лечится абсолютно бесплатно. Я двоих детей оформляла в детский садик в этом году. У меня все дети без прививок. Спасибо нашим медикам, никто мне препятствий чинить не стал. Единственное, что сказали, в случае эпидемии ваш ребенок будет отстранен из детского садика на период эпидемии. Естественно, с этим я согласилась. В остальном у нас проблем абсолютно никаких не было. Можно сказать, вообще никаких проблем у нас не было. Год назад где-то у меня ребенок в ухо себе засунул маленькую пульку. Чтобы ее достать, мы поехали в нашу больницу. Я ребенка посадила на такси, и мы поехали. Скорую вызывать не стала. Приехав туда, там не было специалиста, который бы... Ну, это было уже поздно, это было в часов 8 вечера. Специалиста лора, естественно, в больнице не оказалось. У нас стационара лор-отделения нет в городе. Нас посадили на скорую, отвезли в ближайший город, где есть лор-отделение. Это город Красноперекоп, в 20 километрах от нас. Нас вытащили нам из уха пульку и посадили назад в машину и отвезли снова в город. Я спросила, что я за это должна. Мне на это сказали абсолютно ничего. Будьте здоровы. Для меня это был шок. Мы не привыкли при Украине так. Конечно, остались и проблемы. Остались где-то недоремонтированные медицинские учреждения. Остались еще... Коррупция, она есть, еще ее полностью не вывели, так сказать. Конечно, денег берут уже меньше за какие-то там услуги. Но есть еще, которые говорят, там, ну, вы нам дайте столько-то, мы вам там сделаем такую-то справочку. Есть такое... Но в целом, конечно, уже лучше.
Нам не хватает хороших медицинских работников. Это действительно кадровая вот нехватка. У нас город небольшой, и специалисты сюда высококвалифицированные ехать особо не хотят. Конечно, есть специалисты, которые уже много лет работают, и они есть хорошие в городе, но далеко не во всех областях. Так что вот так вот. Это мое личное мнение, особо субъективное. Кто-то считает по-другому, может быть. Но столкнувшись с нашей медициной, вот теперешней российской, я могу сказать, это лучше, чем было. Может быть, кому-то не с чем сравнивать, или уже не помнит, как было до этого. Не есть с чем сравнивать. Конечно, я вообще-то противник медучреждений, чтобы там по поводу, без повода бегать в больницу, но другой раз приходится туда обращаться. И хотелось бы, конечно, чтобы все врачи у нас были абсолютными профессионалами. Что еще вот интересно, вот у нас сейчас потеплело, начинает травка вылазить потихонечку. И где-то, ну, через месяца полтора, я так думаю, начнут уже лекарственные травы первые появляться, которые можно будет собирать. К тому времени я буду снимать, начинать ролики по сбору трав, по их сушке, применению. Так что оставайтесь с нами, будет интересно.